Итак, девчонки, я вас всех приветствую на своем канале вязания с Татьяной. Всем, кто со мной еще не знаком, давайте будем знакомиться. Ну, а если вы смотрите меня, то давайте будем продолжать смотреть наше видео о покупках пряжи, девчонки. Сегодня выходит у нас с вами вторая часть. Вторая часть из последней закупки. Повторюсь, что все, что я показываю, можно приобрести вместе с нами в группе ВКонтакте. Ссылка на группу будет указана под видео, девочки. Не поленитесь, просто нажмите на треугольничек, и у вас откроется список всего там, да, группа ВКонтакте, в Инстаграм, в Одноклассниках. Поэтому нажимайте на ссылку, проходите в группу, смотрите, выбирайте, присоединяйтесь к нам. Мы выбираем не только пряжу, мы еще приобретаем и спицы. Так, небольшое вступление, значит, сделала. И давайте, значит, приступим к просмотру. Так, с чего я начну? Я уже достала. Кира у меня тут шуршит, сидит. Ернард. Такие милые малыши-мотки. Ернард Бьянка Бэйби Люкс. Смотрите, какая прелесть. Маленькие такие малипуськи. Я уже один раз получала такую пряжу, даже в таком же, в такой же расцветке. Номер цвета 357. Что у нас там по составу? Я не помню. В 50 граммах 150 метров. 60% премиум акрила. И 40% детской шерсти. Вот такая прекрасная пряжа. Ернард Бэби Люкс, девочки. Убираем. Дальше. Ализе Дива Плюс. Такая упаковка. Цвет красивый. Такой он молочно-бежевый, что ли. Так, номер цвета 160. Давайте мы ее посмотрим. Вот, цвет камеры передает все правильно. 100% микрофибра. В 100 граммах 220 метров. Ну, такой красивый, девчонки, цвет. Номер цвета, повторю, 160. Упаковали. Что у нас здесь красивенькое? Синенькое лежит, голубенькое. А это тоже Ализе, девчонки, Дива Плюс. Такая же пряжа, только другая расцветка. Цвет номер я скажу. 480. Ну, такой нежно-голубой цвет. Нравится вам? Мне нравится. Красивый цвет. Так, давайте дальше. Давайте. Тут Кира достала такие бомбочки. Я их называю бомбушечки такие. Это Rainbow от Ализе. Буклированная такая пряжа. Часто ее заказывают, кстати. Но она почему-то очень часто заканчивается. Быстро на складе. 350 грамм в одном мотке. 875 метров, девочки. Номер цвета 60. Это номер цвета черный. Так, вот такая еще красно-черная пряжа. Это номер цвета 10.08. По составу 60% акрила, 15% альпака, 15% шерсти и 10% полиэстера. Вот такой вот богатый здесь состав. Часто ее берут, но я, как и сказала, часто она быстро заканчивается. Так, это мы быстренько убираем. И вот Кира моя помогает мне. Ой, ну какие расцветки. Какая красота. Vita Brilliant, естественно, вот, кстати, в первой части Vita Brilliant как-то было не очень много, даже странно, обычно ее, особенно в последней закупке, было очень много. Так, ну и тут у нас Vita Brilliant, что-то у нас упаковка, там что-то прилипло, мне кажется. Так, в общем, вот такая Brilliant голубого цвета, внутри там вытащить можно, это не грязь, а как нитка.
Так, номер цвета 4967. Я просто не смогу этого сделать, потому что я бриллиант не открываю. Это ниточка, веревочка. Видно ее. Так, значит, номер цвета 4967. Ну, по составу 45% шерсти ластера, 55% акрила. В 100 граммах 380 метров. Таких я вижу две упаковки. Вот они, две упаковочки. Убираем. Далее, бриллиант номер цвета 4982. Такой он чернильный, как будто, что ли, я не знаю даже. Но это не черный, я просто не могу открыть, они тут запаяны сильно. Это не черный цвет, камера не должна его черным передать. Ну, ближе к чернильному. И тут, смотрите, девчонки, две таких расцветки. Одна принт, а другая просто рыжая. Вот этот вообще цвет бесподобный. Я первый раз вижу такую, кстати, пряжу. От Vita. Смайл. Классный такой цвет, яркий. 10 мотков. Номер цвета 3518. О, я могу ее открыть. Давайте откроем. Она открывается легко. Чик-чик. Я ее не видела ни разу, поэтому очень мне интересно ее пощупать. На скотче она просто заклеена. О, какая она тонюсенькая. Смотрите. Тоненький такой моток. Тоненькая ниточка, я бы сказала. Так, ну и смотрим. Ой, понятно. 30% мериносовой шерсти. Ластера, 5% шелка, 65% акрила, 50 граммах, 225 метров. Ну, такая бесподобная, я хочу сказать, пряжа, и удобно в руке лежит. И на тактильность, вот по первости, когда мы ее берем, только получаем, в руки берем, очень мягенькая и гладенькая. Ну, вообще классная пряжа. Здорово, что заказали такую вот пряжу, и здорово, что я смогла ее вскрыть даже. Это, видите, да, это поставщик уже прислал мне ее в таком виде, ну, что она легко вскрывается. Так, дальше. Вот такой у нас Brilliant Print Color. Рыже-коричневая пряжа. Номер цвета 2612. Ну, естественно, это от Brilliant Print. Я в прошлой закупке себе взяла принт. Ну, такая рыженькая, рыжевато-коричневатая пряжа. У бриллианта очень все красивые расцветки. Мне они нравятся. Красивые. Так, дальше, девчонки, что у нас здесь? Ернард Белла Бэби. Ну, белый цвет. 50 граммах 190 метров. 65% премиум акрила, 35% полиамида. Так, номер цвета 651. Упаковочка. Далее, Ернард Бэби. Это уже молочный цвет. 50 граммах 150 метров. 100% акрил. Номер цвета 7003. Тоже такой пряжи одна упаковка. Так, дальше. Ализе Дива. Сиреневый цвет, нежно-сиреневый цвет. В 100 граммах 350 метров. Номер цвета 158. Ну, даже лавандовый цвет я бы его назвала. Так, вот красивый тоже цвет. Ализе Суперлана Классик. Откроется или нет? Откроется. Показать хочу вам его... Не в упаковке. Вот такой цвет. Как выглядит он не в упаковке, в реальности. Суперлана Классик, номер цвета 73. В 100 граммах 280 метров. По составу 75% акрила, 25% шерсти. Красивый цвет. Красивая расцветка.
Ну, это уже, наверное, таким, ну, на зимний период, такие, когда цвета уже не яркие идут, а зимние. Так, дальше. Что у нас дальше? Так, у нас дальше вот такая вот пряжа. Ализе Софти. Кто ее не знает? Мне кажется, ее все знают. Софти. Софти. Мякиш. Пушистик такой. Детская пряжа. Номер цвета 490. Ну, для тех, кто не знает, 50 граммах, 115 метров. По составу 100% микрополиэстер. Вот такой красивый цвет. Такой пряжи у нас упаковка. Ну, что-то Софти, кстати, сейчас немного берут. Так, теперь мне нужно время убрать со стола, и мы с вами продолжим. Итак, девчонки, мы достали еще на стол пряжу. И давайте продолжим. Ну, здесь уже повторы, мы такие уже смотрели. Ализе Форева, вот такой цвет. Мы его видели. Такой синий тоже, я вам уже показывала. А, это же было в первой части, девчонки. Наверное, вы не видели. Так, значит, вот этот цвет Ализе Форева 111. Такой красивый цвет. Вот он. Я его не буду доставать, приоткрыла вам. Ну, я надеюсь, что камера вам передаст. Вот, его видно вот так на камере. Это номер цвета 111. Ализе Форева. 50 граммах. Сколько метров? 300 тут, по-моему. По-моему, 300 метров, просто этикетка заклеена. Так, вот этот номер цвета 141. Да, 300 метров, все правильно. И две упаковки такого вот сиреневого цвета. Это номер цвета 158. Да, 158. Вот, две таких красивых сиреневых упаковочки. Так, все, посмотрели. О, Кира мне тут наложила красивые пряжи. Yarnart Flowers, смотрите. Упаковка вот такая, девочки. Yarnart Flowers. Номер цвета 276. 250 грамм в мотке, 1000 метров. 45% полиакрила. И 55% хлопка. Такая вот упаковка. Еще одна такая же упаковка. Такого же колора. И еще одна упаковка именно такой же расцветки. Так. А вот еще одна, девочки. 4 упаковки такой расцветки. Это пока мы нашли. Мы же еще не всю пряжу достали, вам принесли. То есть одной расцветки 4 упаковки. Дальше. Такая вот расцветка. Flowers. Номер цвета 273. Вот он. И две расцветки вот таких. Вернее, две упаковки вот такой расцветки. Номер цвета 254. Красивая пряжа. Красивая расцветка. Так, и вот такая бобинка пришла. Трикотажная пряжа с Альтера. У меня девочка ждала из последней закупки именно один моток. Потому что не дал нам поставщик два мотка, а дал только в прошлый раз один. И вот сейчас мы дождались. И пришла еще одна упаковка. Белый цвет. 100% хлопок, молоко, цвет номер 20. 100 метров. Вот такая пряжа трикотажная. Так, ну что, продолжаем. Давайте дальше. Кира мне тут все достает и достает. Накладывает и накладывает. Едем дальше. Так, Нако. Нако Арктик. Видите, упаковка как? Ну, это так она ко мне приехала, девчонки. Но я уж трогать ее не буду. Я вижу через камеру, что вам передается реальный цвет данной пряжи. Так.
Посмотрим, что у нас тут. Значит, номер цвета 60-74. В 100 граммах 100 метров. Хочу по составу посмотреть. Но состав где-то, наверное, вот здесь. Так, 20% шерсти, 80% премиум акрила. Ну, такая хорошая толстая пряжа, 100 граммов, 100 метров. Так, дальше. Это я убрала. Так, что мне тут Кира наложила еще? Ализе Лана Голд Файн. Цвет молочный, девчонки. Номер цвета 01. По составу 51% акрила, 49% шерсти. В 100 граммах 390 метров. По вот этой пряже я слышала разнообразные отзывы. Кто-то ее хвалит, кто-то ее наоборот не любит. Ну, на любителя, как говорится. У меня есть Lana Golden Fine, белая и красная, но я еще не пробовала из нее вязать ничего. В прошлом году покупала, так она у меня лежит. Так, Ализе еще Lana Gold Fine. Серого такого цвета. Мне нравится такой цвет для изделия. Номер цвета 203. Я вот из такого цвета вяжу мужу все. Джемпер. Ну, когда-нибудь свяжу. Так, 203 это был цвет. Так, вот эта пряжа. Тоже упаковка в нашем огромном мешке, который сегодня мы получили. Просто было все вот так напихано, как селедки в бочке. Тут тоже треснула упаковка. Так, это Ореола, белорусская фабрика. 10 моточков. 100% полиакрил. 50 граммов 235 метров. Цвет называется полынь. Потрогать можно ее. Чуть-чуть, ну, чтобы совсем ее не трогать, эту упаковку. Так, это мы откладываем. Ой, какая красота. Девчонки, смотрите, какая прелесть. Ализе Baby Wool. Ой, ну, прям цвет, прям расцветка. Бомба, я бы сказала. Я вот ее хочу открыть. Прям мне нравятся вот эти моточки. Маленькие, смотрите, такая она прелесть. Так приятно ее держать в руках. Baby Wool. Номер цвета 2131. 50 граммах 175 метров. 40% шерсти, 40% акрила и 20% бамбука. Вот такой прекрасный, приятный моток. Так, убираем. Ализе Lana Cotton, еще упаковка. Прям в этот раз много Lana Cotton. Номер цвета 287, девочки. 50 граммах 160 метров, 26% шерсти, 26% хлопка. И 48% акрила. Кир, ну хватит шуршать. Вот такая вот голубая пряжа. Помощница сидит, перестаралась уже. Все пакеты мне тут вскрыла. Так, убираю Lana Cotton. Дальше у нас Yarnart Melody. Melody. Как правильно, я не знаю. Две упаковки, даже три я вижу. Все они разные. Все они красивые и разные. Первая стальная такая. Нет, я не буду, девочки, ее открывать. Не хочу. Значит, номер цвета 881. В 100 граммах 230 метров. 9% шерсти, 21% акрила. 70% полиамида. Вот такая вот расцветка.
Вот такую я еще не получала, такой бронза. Это номер цвета 882. Красивый насыщенный цвет. Покажу его вам на камеру. Уж остальное-то я уже открывала, смотрела. А этот мы еще не видели. Красивый цвет. Вот такая вот упаковочка. И еще здесь лежит одна расцветка Мелоди. Вот такая красная. Красную я тоже получала уже. И хочу я вам, наверное, ее показать. Смотрите, какая прелесть. Какая переливы вот эти вот прям вообще потрясающие. Очень потрясающе. У нас, кстати, сейчас салют начнется в 9. Сегодня у нас, девочки, день города. Окна открыты, жарко. Так, ладно. Это мы убираем. Так, вот это что? Какая-то такая маленькая беленькая пряжа. Это у нас пряжа, смотрите, таблетка. Лада. Откроется она? Она не откроется, но руку просунуть можно аккуратненько. Я ее не буду доставать, я просто ее посмотрю, чтобы был состав видно. Так, 120 метров, 50 граммах. По составу 65% мохера, 25% шерсти, 10% акрила. Написано «Отбелка, чистая шерсть». Мохер, шерсть, акрил. Это троицкая пряжа, девочки. Тут 10 моточков. Вот она. В упаковке. Так, убираем. Тут у нас Нака Арктик. Еще одна упаковка. Только в другом цвете. Номер цвета 23131. Вот такой красивый, насыщенный цвет. Так. Что у нас здесь еще колбаски? Здесь у нас две упаковки Фиджи. Фиджи, Фиджи, Меланж, талая вода. Номер цвета 8359. Ну, Фиджи я не открываю. Красивая пряжа, очень приятная на тактильность, девочки. Не колется, не скрипит она в руках. Я вязать не вязала, но на тактильность вот вам говорю. Уже получала их много упаковок, и у меня есть, правда, я еще не вязала. Я же хомяк, пусть будет. Так, значит, это у нас что за упаковка пряжи? Так, не откроется, ну ладно. Так, значит, это ажурная, номер цвета 787. От Пехорки. Пехорка ажурная. Так и называется она. Ну, это хлопок, естественно. Так, что у нас там в составе? Это 100% мерсеризованный хлопок и в 50 граммах 280 метров. В общем, вот такой вот красивый цвет. Так, все, мне надо это убрать сейчас и продолжим. Итак, девчонки, давайте продолжим. Значит, первое то, что я вам хочу показать. Очень красивый изумрудный цвет Vita Brilliant. Значит, номер цвета 4981. Я прям его достала сейчас, обалдела. Очень красивый изумрудный цвет. Красивая пряжа. Дальше. Газал Baby Wool. Розовенький цвет. 50 граммах 175 метров. Вот так это выглядит на камере. Номер цвета 823. 40% мериносовой шерсти, 20% кашемира и 40% акрила. Вот такая расцветка. Так, здесь у меня упаковка обычного карачая. Девчонки заказали. Ну, вот такой вот красивый яркий цвет карачаевской пряжи. Так,
И идет Ернард Белла Бэби. Еще одна упаковка белая. И Ернард Бэби, упаковочка девочки молочного. То есть мы уже таких две с вами видели, я поэтому не называю цвета. Так, дальше. Итак, девчонки, давайте продолжим. Следующее, что я хочу вам показать, Alize Lana Gold классическая. Все знаем эту пряжу, самая популярная, одна из самых популярных марок у Alize. Это черный цвет. Значит, номер цвета 151. Вот такая упаковка черного цвета. Дальше у нас идет Alize Cotton Gold Tweed в таком синем цвете. Так, давайте посмотрим. Вот они, видны эти вкрапления. Ну, метраж здесь также в 100 граммах 330 метров, номер цвета 236. Красивый синий цвет у Cotton Gold Tweed. Так, дальше. Alize Angora Gold. Такая вот секционка. Красивый цвет. Номер цвета 1986. Красивое сочетание цветов от светлого, естественно, к темному. Дальше. Alize Alpaca Royal. Это теплая зимняя пряжа. Я в прошлом году вязала и на заказ нуды из нее. Только у меня был 58-й цвет, синий. Это серенькая пряжа. Она мягенькая, пушистая, не колется. Красивая пряжа. В 100 граммах 250 метров. Номер цвета 182. По составу 55% акрила, 30% альпака и 15% шерсти. Такая вот меланжевая она пряжа. Потому что она не чисто серой получается, а как будто бы это немножечко меланж. Ну, это уже на зиму. Так, ну их, этой пряжи вот две упаковки. Вот вторая упаковка Alpaca Royal. Так, это я отодвигаю, убираю. Дальше. Ой, ну это прям вот прелесть-прелесть. Моя любовь, как говорится. И еще одна. Это Alize Soul. Это с люрексом пряжа. Номер цвета 114. Я себе заказывала. У меня, по-моему, есть пару упаковок. Я уже не вспомню. Так. Так, значит, номер цвета у нас 114. Папа. Номер цвета 114 по составу 95% акрила, 5% металлической нити. В 100 граммах 460 метров. Красивый очень цвет. И пряжа очень мягкая на тактильность, девчонки, если вы еще не знакомы. И любите также вот эти блестящие штуки все, то закажите, ну, не ошибетесь. Так, а следующая у меня пряжа, тоже это с люрексом идет, но это уже Alize Angora Gold Simli. Angora Gold Simli. Сейчас скажу я вам номер цвета. Вот я достала из упаковки. Вот так это выглядит в реале. Я не могу, прям они такие мягенькие, такие хорошие эти моточки. В 100 граммах 500 метров. Номер цвета 152. Смотрите, какая красивая расцветка. Ну, очень. Мне очень нравятся вообще все расцветки у Angora Gold. Так, вот еще упаковка у меня Alize Cotton Gold Tweed. Тоже с вкраплениями с такими. Номер цвета у нас 200, девчонки. Ну, это так, вдруг вы решите именно такой вот расцветки, ну, именно такой расцветки заказать. Это номер 200. Так, что еще? Вот, смотрите, какой цвет болотный. Alize Lana Gold Fine. Мы уже в этот раз видели несколько fine упаковок.
такой красивый цвет. Значит, номер цвета 193, в 100 граммах 390 метров, девочки. Вот такая расцветка красивая. Так, и по пряже последняя упаковка. Еще один файн Lana Gold. Вот такой вот красивый фиолетовый цвет. И скажу вам номер цвета. Номер цвета 111. Вот, по пряже все. Я сейчас посмотрю по журналам. Нет, девочки, наверное, на этом все. Не буду я сегодня показывать. Пришли журналы, вы их все видели. Они все в одном стиле приходят. И одни и те же номера, но только их по несколько штук разных идет. И плюс такой огромный-огромный мешок с аксессуарами пришел. Там спицы, крючки, булавки, рулетки. В этот раз я не буду их вставлять, потому что мы их смотрим с вами каждое видео. Спицы экономные, там вы знаете, я их много раз показывала, много раз оставляла на них характеристики. Хорошие спицы, заходите в группу ВКонтакте, смотрите. Там бюджетные спицы есть, они очень даже неплохие. Ими, ну, достойный вариант для вязания, для подсменки, если у вас не так много премиум спиц, то подсменный вариант именно тех спиц бюджетных — отличный заменитель. Все, на этом, наверное, все. Показала вам свою посылку с 50 килограммами пряжи. Ну, 49 я уже округляю до 50. На этом все. Надолго я с вами не прощаюсь, девчонки. Скоро будет новое видео. И всем говорю пока, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока-пока.